Совсем скоро станут известны имена победителей грантов главы Республики Дагестан. Всего их будет 43 на общую сумму в 13 миллионов 650 тысяч рублей. В этом году было представлено 267 проектов, то есть на один грант в среднем претендует более 6 проектов. Для проверки работ было приглашено рекордное количество экспертов, свыше 90 человек, отметил руководитель администрации главы и правительства республики Владимир Иванов. В 2018 году представлено много социально ориентированных проектов, в том числе и предусматривающих поддержку людей с ограниченными возможностями. К каждому гранту нам надо относиться крайне внимательно и понимать, на какие цели и задачи он расходуется.